Итак, всем привет снова. Это Джейсон на канале Old School Games. А, боже мой. С игрой The Radius. Первое видео, кто смотрел. Я вышел куда-то там за миссией. Выполнять миссии. И мы продолжаем это делать. Так, сейчас нам надо вот в эту точку. И здесь катается БТР. То есть помимо фантомов есть еще БТР. В прошлом видео я выяснил, что фантомы выключены были. Их практически не было. Вот. Но все равно игра очень атмосферная и страшновата. Страшновато. Стыкотно. Не прям, чтоб прям... жесткому, но не хоррор. Игра что-то типа сталкера, поэтому заметьте, какая-то зона отчуждения, какие-то фантомы. Теперь мне надо бояться фантомов обязательно. Они здесь будут присутствовать. Так, я сейчас... вон он стоит, кстати, вон он идет один. Их просто так не убить. Надо патрончика 2. У меня что-то с рукой случилось. Одену. Закреплю на запястьях манипуляторы, потому что могу испугаться и побежать. Да, не шучу, конечно. Подписывайтесь на канал. Держите канал лайком, подпиской. Наблюдайте за интересными играми. Хотя что-то продает. Пытаюсь закурить. Excuse me. You selling these? Oh yeah, sweetie. Raspberries, blackberries, gooseberries. Come have a look. Here, these are for 17. These are 50. And these? Trolls? Yeah, all fresh from the Pechorsk woods. Теперь стало очень страшнее. Разы. Вон они ходят, но я их не буду бить. В принципе. Кто-то, мне кажется, что кто-то здесь ходит. Да. О, вон он ходит. Ну, пойдем. Да, патронов маловато осталось. Здрасте. Не сильно боюсь. Ну, хотя мурашки по коже побежали. Честно говоря, что у него там за хрень сзади? Да, у меня осталось мало патронов. Ну нет, хотя одна еще обойма есть. Очень. Ты серьезно? Выкину. Да. Пытаюсь карту взять немножко. Так. Нам ровно туда, в эту деревню. Так что... вот это прикол. Да, вот тут-то и снайперка понадобилась, а я ее оставил. Ну, сейчас его... снимем. Он, кстати, БТР. Я тут думал, что он дружественный, а он, падла, стреляет. Падла, куда поплыл? Он ни хрена не дружественный. Иди сюда.
подло. Теперь в разы стало сложнее играть. Прям таки очень сильно стало. Теперь стало медленнее проходиться. Давайте покушаем. Восстановим жизненный баланс. Он вообще восстанавливается. Так, что у нас здесь по патрону? Не видно. Ладно, фиг с ним. Готов, готов. Кстати, о, тут кто? Так. В смысле, кто стреляет? Вот это да. Вот это. Хоть они издают звук, когда вздыхают. Блин, патронов, конечно, вообще нет. Блин, хоть патроны бы оставляли. Вон он стоит. Ну, мы сейчас его попробуем снять. Я не снайпер. Блин. Польза. А, вот теперь повеселее стало. Ух ты, блин. Как ты попал-то по мне? В смысле, ты у меня в жизни? Что сложно прицелиться? О, я же говорю, они возвращаются. Это просто, ну, это... Короче... Я думаю, я умру. Я думаю, здесь вот надо эта винтовка. Я надеюсь, ты не встанешь. На, жесть. Так, давай посмотрим. Так, что ты будешь делать? Давайте вы будете мазать.
это жесть. Это прицелиться. Что? Что? Такие пироги. И когда их не было, было проще. Было просто страшно. Но не опасно. Давай-ка зайдем в дом. Хорошо, тут что-то есть. Это портативный контейнер металлический, да, с образцами листвы. Понятно. Для продажи. Вот это зона отчуждения. Пыкотно. И патронов мало взял. Он стоит под вот. Так, а нам куда надо? Куда-то туда надо. Сейчас пойду вот этого завалю. Я думаю, он мне будет мешать. Еще не пойму, каким глазом целится. Не, я не попаду, я только патроны хочу. Фактически мне вот сюда надо. Побежал, иди сюда. А так-то патроны кончились. И там кончились, и тут кончились. Ну-ка.
почти мертвы. Ну и что мы сейчас делаем? Вооружимся вот такой штукой и побежим. Вот этот патрон мне прямо сейчас нужен. Все, валим домой. Валим домой. Так. Победа. Туда идем. Но этот БТР может у меня еще завалить. Все еще не кончено. Иди в жопу. Но он такой. Они что, еще ночью активизировали, что ли, получается? Это жесть, это жесть. Это надо делать перекур. Я в первый раз, что ли, погиб? Вы умерли, вы были убиты. Бронированный мимик Командос. Я же здесь ползал, тут никого не было. Короче, патронов надо дохренище брать, и тут раз, два, три, четыре. Так, загрузка, продолжить. Продолжить что? Ну, загрузку. Не, я не успею сгонять за артефактами. Вот тут мой труп. Это получается, надо идти в каньон. Это сложно. Это... А, это нет. А, нет, есть. Ну, я, блин, теперь буду сейчас готов. Это, блин, надо вооружиться.
Конечно, было бы неплохо. А там, интересно, барабан есть? Пузо мешает. Эй, блядь. Немножко. Чё? Давай, 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 давай. Он не хочет так делать. Все руки нормально. Так. Да нет, не надо. 4, 5, 6, 7, 8. Да, все правильно. 30 патронов. Так, 9.18, да? 9.18. Вот здесь видно, сколько патронов остается в пистолете. То есть самое прикольное, что он не полностью. Ну, там пружина, соответственно. Пружинка, она, конечно, хорошо. Только ее здесь не видно. Так. Ноль. Сюда кидаем. Это получается, я бегал без... Без... Да, он улетел. Нет. Ладно, да фиг с ним. Так, пистолет у нас есть. Тогда мы просим эти патроны. Здесь. Так, а что? Нет, тут этот. Нет, подожди, что это? Это другое. Я что-то не пойму, а где мой на АКМ? Это не АКМовский. Вот это должен быть АКМовский, не? Да нет, какой нафиг? Похож просто. М4. Ну, С. Это ВСС. АКМ на 10 патронов. Так. Пойдем, наверное, купим. Так, значит, это что у нас за обойма? Это на ПП-1. Это у нас на этот, на ПМ. Так, возьмем эту. На ТТ-ку. Вот это, да, нет, вот этот. Вот, на ГШ. На ГШ. Я тогда возьму сразу рюкзак. Тот весь не весит ничего. И возьмем 9-18 до звуковых. А мы их всех повалим нафиг. Вы ж ты, обнаглели. Хотя бы взять вот. О, кстати, да. Возьмем. Там у нас висит этот. Все, погнали. Не, этот я не буду снайперскую брать. Ладно. А, вот я тут понял. Все. Нашел. Говорю, был. Просто забыл, что он там вообще стоит. Так, что? Улучшения не надо. Нам нужен ремонт.
пожалуйста, это отремонтируйте. Этот отремонтируйте. И этот отремонтируйте. Так, один в пистолете, один здесь. Применить. Давай, что там? Надо успеть сгонять до выброса быстрее, потому что все пропадет, все заново надо начинать. Почему? Потому что тут сразу можно было взять, кстати. Все, да? Мне вот интересно, здесь нигде нельзя ничего поставить? Нет. Это, кстати, неудобно. Так, ладно, я предлагаю еще на АКМ. Сколько у нас денег? 6000, да? У нас там есть патроны. Фиг с ним. А давай 7239. Уже. О, купим. Блин, они пустые. Плохие люди. Но коробку мы не будем выкидывать. Коробку не будем выкидывать. Бегал безнаказанно, думал, что-то никто не стреляет, никто не сопротивляется. Да, я забыл, я когда давно играл, видимо, я выключил. Те самые кирпичные заводы понастроил под собой. И увидел, наверное, на настройках, что можно выключить. Выключу. День, успеем. Я все взял. Нет, нифига.
Да что так трясет-то? Так, вот так поставим. Возьмем два. Да, возьмем все. Нет, странно, на мне все осталось. 7,62,25. А здесь у нас нету, да? Нету 7,62,39. 7,62,25. 7,62,54 только. Да, что-то 7,62,39 совсем не встречается. Мы просрали все, но если мы найдем тело и заберем инвентарь, то нам нужно выйти. Господи, куда нам нужно выйти? По-моему, сюда. По-моему, в первую локацию. В первую локацию. Но это уже мы все увидим в следующем видео. Давайте всем пока. Кто досмотрел, молодец, ставьте лайк и подписывайтесь. С вами был Джейсон с каналом Old School Games.